Ну, ладно. Здесь, судя по всему, ни у кого никаких нету. Так что я думаю, что мы пойдем. Лос Ганадос это слева. Эль Гиганте это справа. Значит, ну, смотрите. Пойдемте к Ганадосам. По картам Лос Ганадос это сейчас налево. Это вот сюда. Да, это же Лос Ганадос. Вообще хрен пойми что. Может быть, это механизм открытия ворот, но давайте. Какие ворота открыть? Слева, справа. Слева. Сокровища что тут, что тут. Поехали. Как бы технически нам вообще надо что туда, что туда. Лос Ганадос. А еда? Спрашивают, где еда? Получила. Так, этот загорелся. Ох, Эшли тоже. О, ничего себе, эти чуваки дышат огнем. Хорошо. И все, отлетел. Эшли за живот держится. Эшли всегда так. Или как? Мне там что-то. Честно говоря, этого Маузера, типа у которого больше урона. Как по мне, так урон у него вообще не решает. Просто меня попалось. Как бы, по-моему, что тот урон, что этот урон, вообще без разницы. Подожди, а тут же вот эта штука есть. О, удобно. Ладно, вроде живо. Тут можно было спрятаться. О, спрятаться, Эшли. Вот так вот можно было сделать. Очень удобно. Интуитивно понятный интерфейс, блин. Ох уж этот интуитивно понятный интерфейс, да, ребят? Как здорово. Как здорово придумано. Так. Ладно, пусть пока в таком хаосе все пребывает, потом найдем порядок. И больше оттуда не доставать. Слушай, было бы очень удобно на самом деле. Хорошо. Полезай. Повезло. Из тебя там ничего не вылезет? Нет, вроде нормально.
Вот это было неплохо, да? Снес Свибла так, что ж прям. Где там? На тебе, дед. Получай. Я его случаем не сразу заюзал? Нет? Подобрал или нормально? Или заюзал? Я подобрал нормально. Я как бы Эшли вообще брать-то не буду с собой. У меня все хорошо и без нее. Что у нас там по карте? Куда нам надо? Вот эту штуку нам надо посетить. Как бы на цифрах и на бумаге Маузер типа весь такой из себя эффективный. И много урона лучше не надо. Много урона, но на деле как бы просто этого нету урона. Не решает. Пистолет наносит столько, сколько вот наносит. Видимо, здесь какие-то другие damage threshold'ы, поэтому просто 1.6 это все плюс-минус одно и то же. Кстати, здесь я почему-то не вижу, где... Поднимем? Я не вижу, где подарочек, а я должен прям почти на него смотреть. Так. Шо, пацаны? Подарочное униме. Так, ладно, сейчас как-то, наверное, вниз тогда спустимся. Не пока. Опа. Что-то вижу. Но это просто потроши. Потроши это хоть что-то. Ну. Well, we are waiting. Должно быть где-то позади. Нет, нифига не позади. Блин, эта штука меня бесит. Это же, блин, оно. Подожди, стоп. С какой стороны нам это надо... С какой стороны нам надо это дело... Так, вот я сейчас смотрю реально на него. Может быть, Эшли может мне помочь? Так, Эшли, иди-ка сюда. Может быть, эта штука... Может быть, эта штука, чтобы подруга моя могла. Пролезть как-нибудь. Типа, Эшли, иди-ка сюда, в дырку полезай. Нет, нифига, Эшли не хочет в дырку полезать. Блин, мне сокровище это нужно. Пакинговые пазы. Зачем мне показывать на карте, если... Так, нам нужен главный проход. Давайте дойдем до главного прохода. Нет, не сбивай. Просто спрыгивай. Не беси меня. Ладно, хрен с ним, сбивай. Бунтарь хренов. Ну а теперь спрыгивай. Тунеяд. Ах ты ж, сука. Это еще что за покемон вообще? Это вообще что за херня? Так, Эшли уносит. Так, чуваки, во-первых, давайте-ка возьмем гранату. Все вместе пойдем нахер. Так, здесь берем маузерок. Все, упер.
слишком долго. Украли Лолю. Я понял, понял. Продолжить, да. Это собаки. Чё, свои? Так, полезай. Что говорит, не любит путан? Ух, ни хрена. Ну-ка, давай, иди. Как-то очень странно. По итогу, как только я опустился вниз... Ох, ни хрена. А тебе минус, минус ягодица. Ой. Ой-ой. Мне чужого не надо. Ты где? Как здесь стрейфа не хватает? Давайте, давайте отстреливаем гада. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. И это. Так, хорошо. Так, если... А если Эшли... Уникальная штука, конечно. Руками прикрываться от хедшота. Ну все тогда. Пули тебя теперь не возьмут, умник поганый. Так. Разминчик пошел. Ай-яй-яй. Ух, нехорошо. Так, хорошо. Отковырялись хреновенько, но отковырялись. Желтенькая у нас еще есть? Не, желтенькой нету. Ну, делать нечего. Кстати, а дабл зеленая как у нас лечит? Хорошо лечит. Так это сюда. Вот здесь у нас начинался трындец в этой яме. Правда,
направление караул, конечно. Сбить, спрыгнуть. Ну. Ключ мне как бы показали. Где тут у вас умники и умницы? Ох ты ж мать! Ой, нехорошо. О, на, хорошо. Ё-моё. Я что-то не хочу больше гранат тратить. Давай-ка пока. Так, это чувак там. Ё-моё! Нет! Паразитки! Как же так-то вы с гранат-то не умираете, сволочи красные? Нехорошо. А еда! Ой, нехорошо. Да что ж такое ты делаешь? Разнесло просто. Давай. Странно, что вот это не зарегистрировалось. Ух, хорошо. Ой, нагребалите, ой, нагребалите. Столько гранат потратилось, все равно огреб. Просто боль. Сойдет. Так, девчата помнят капитана. Слушай, они жесткие на самом деле. Они, ну, так-то... Так, ты где? Рано, что я не могу вот. Воу. Кто-то вертуха. Королей. Так, короче, не жадничать надо. И... Здесь вот заранее выбирать эти гранаты. Да можно сбивать, если хочешь, мне пофиг. Так. Ай-яй-яй. Так, давай не сюда. Так, что у нас там? Бешеная бабка.
вот эта штука, эта сволота до сих пор жива. Так это, кажется, уже придушили, да? Да, хорошо, дожали. Кто-то тут еще есть? Ага, вон умник есть. Где? А, вижу. Привет. Куча лагеря в вашем дипломате. Сойдет. Рубин в вашем дипломате. Шикарно. Все это, все говнишься. Да. Зачем сбивать лестницу? Потому что ты не можешь туда спрыгнуть, пока не снесешь ее. Там нету кнопки спрыгнуть. Так, хорошо. Ключ от лагеря. А это выход у нас куда-то, да? Нет, просто переключу переходилка. Теперь я могу здесь. Давай. Все нормально в это. Кив! Так, что там у нас есть? Что полутать? Кажется, нет, просто погнали туда. Так, сойдет. Так. Так, знаете, что я вам скажу, ребят? Аллах Акбар. Что у нас тут? Хорошо. Ну. Нехорошо. Ой-ой-ой, нехорошо. Так, стоп. Давай-ка прям под нас. Потяни, давай вот так вот. Как эта штука еще отковыривается с пола. Брысь просто, просто брысь. Аои. Аои, аои, аои. Ох, ты же ни хрена там. Мне жалко на тебя, братан, тратить дробаш. Сказал я и получил от этого братана в свибла. Сойдет? Сойдет. Фу, хорошо. Ух, господи, чтоб в Иисусе. Так. Как далеко до тебя бежать? Знаешь, тот факт, что они с одного хода не ложатся, это просто боль. На тебя, пырь, пырь, пырь. Так, хорошо, наконец-то. Все это затевалось зачем?
Правильно. Чтобы я наконец-то подошел к этой... к этой секреточке. Эшли молодец, живее всех живых. У Эшли все хорошо. Рукой сработает? Нет, не сработает. Может, по этой бочке выстрелить? Попробуем по этой бочке выстрелить. Не работает. Да как так-то, ё-моё? Ну это же оно, ребят. Это же просто оно. Это же просто оно. Это вот так и должно быть. Ну как так-то? Да. Да, да. Сейчас. Ну, а держи. А? Где-то тут лежит. Я отключал его просто. На квесте, может быть? А, так. Короче, это пусть пока тусит здесь. Подожди, это же другая дверь. О, лол, это же другая дверь. Ну-ка, иди сюда. Что это у нас тут? Опа, подвал. А это что? М-м-м. О. Шикарно. Блин, слава богу, есть карта сокровищ. Ослепляющая граната и красный камень в вашем дипломате. Бо-бо-э. Isn't this beautiful? Так что это у нас здесь? Прыгнуть? Можно на днище спуститься. И что тут у нас на днище? Гранаты. Ничего особенного. Так, это у нас Indestructible. Я вообще где нахожусь? Просто здесь шарахаюсь, вкусники собираю. Хорошо. Уже вырезал всю деревню. Сколько старушек осталось пристрелить? Уже, к сожалению, еще очень много. Меньше, чем хотелось бы. Я пока что порешал. Но не переживай, я обязательно до них доберусь, до всех. Они мне все суки заплатят. Wait. Так, ты, короче, подруга, как-то меня вообще раздражаешь подходить так близко ко мне, учитывая, что ты с одного ножа улетаешь. Ты будешь ждать. Телепортация деревяхи куда-нибудь. Follow me. Вы не можете покинуть Эшли. Так, ой, синие эти. Это же явно этот. What are you buying? Как мне к тебе подойти? Так, дружо, пирожо. Ты типа вот так вот, да, типа устроен. Ага, мерчан там, там. Ой, здесь смотрите как-то. Как beautiful. Можно, короче, после сейвспота пойти в обратную сторону. И с Эль-Гиганту сразиться. Тут, типа, скорее всего, было, типа, два варианта, где Эль-Гиганту защищает один, и где бабы с бензопилами. Мне, правда, сказали, что там, где будут бабы с бензопилами, там будет больше камушков. Я нашел там один камешек, который, типа, мне на карте показали. Подозрение, что вы меня разводите. Давай грейды, братан. Нужно больше грейдов на Маузер. Так, во-первых, дипломат нет. Блин. Да блин, вообще ничего не улучшается, ничего не делается. Ё-моё.
Хорошо, ладно, давай ты мне лекарство продашь. Как на это смотришь? Да как так-то? Почему у тебя лекарство-то распродано, чувак? Как? Что ты за человек-то такой? Кому ты его продаешь-то? Демон, блин. Или он, наверное, продает мне лекарство в зависимости от того, сколько у меня травы в инвентаре. Типа, чтобы я не мог там, типа, овергером давить или что-нибудь в этом духе. Блин, вкусно пахнет. А чем так вкусно пахнет? Слышите? Миндальненьким чем-то. Нет, миндалем не пахнет. Последняя защита деревни. Я сильно недооценивал способности американского агента, он до сих пор жив. Я думал, что нужно лишь подождать, пока Лас Плагас владеет им, но кажется, он разрушит всю нашу деревню, прежде чем это случится. Поэтому мы должны устранить эту неприятность. Это я, ребят. На некоторое время нужно сменить приоритеты. Мы приостановим охоту на Луиса и схватим американцев. Неподалеку от подъемника есть здание, которое отлично подойдет для выявления предателей. Здесь мы сможем устроить на них засаду, но даже если и это не получится... Им придется встретиться со мной у ворот в деревню, потому что только я могу их открыть. Короче, сучок он, я понял. Говнистый, что ли? О, Dragonfly. Абсолютно ненужные пистолеты. Патроны для винтовки, точнее. Beautiful. What are you buying? Так, идем ли мы к гигантору или нет? Какой там токсичный газ пахнет миндалем? Блин, какой-то пахнет, когда ты это сказал, что не поддается. Короче, чтобы забрать вот этот вот секрет, вот эту звездочку, вот она посередине, надо, к сожалению... обходить с обратной стороны. Полностью причем. Ну, не знаю, надо или не надо. Как бы, скорее всего, она просто дает какой-нибудь дайм. Ну, камень какой-нибудь. Что у нас по двери? Закрыто. Наверное, это единственный. На сканер сетчатки глаза. Короче, нужно чью-то голову принести сюда. What are you buying? Buying or selling? Так, здесь бочка. Wait. Follow me. Wait. Зайти. Заходь так. Цик, зашли. Голова Мимирона. Воу! Блин, я настолько охерел от того, что произошло, что аж прям... Не, ну ладно. Согласитесь, флик был восхитительный. Просто очень красивый. Просто божественный, я бы даже сказал. Топором легче попасть, чем пистолетом. Блин, да, вот я тоже не согласен с их количеством. Тут как бы вся деревня просто при топорах. Просто при топорах. А еще я, наверное, просто систему прицеливания бы как-то изменил. То
но вредная, привредная эта система прицеливания. О, нормас. Было неплохо. Так, сейчас в меня прилетит, надо уже заюзать что-нибудь. Хотя еще один втанкую. Не втанковал. Нормально, впитал немного. Пакетики Тетли не капли мимо, слишком, слишком хорошо. Мне, кстати, вот реально, я давным-давно хотел попробовать, я не знаю, почему я до сих пор этого не делал. Так, режим прицеливания новый. Давайте посмотрим на режим прицеливания. Прицеливание, я не знаю, что это означает, но может быть это очень здорово. Потому что этот режим прицеливания аутистичный просто. Такой из вас танк себе. Да, это классика жанра. Чё? Может, за попроще. Нехорошо. Так, он сейчас будет еще кидаться. Так, я больше не втанкую. Это я помню. Так. Я ж даже не вижу откуда. Отвали. Ё-моё, тут их трое, что ли? Отвалите. Что это такое? Ну, вообще всем насрать стало на меня. Подожди, меня куда это... Куда это меня... Что происходит? А! А! О, нифига! А, вы видели? Вот это, блин, да! Оказывается, эти чуваки сверху стояли запрыгивающие и перерубающие. Охренеть! Кто бы мог подумать? Я думаю, откуда этот звук? Вот это да! Интуитивно совершенно непонятно, ребят. Да-да, я олень, я знаю. Блин, ну эти три чувака, которые там стоят, это полный трындец, конечно. Как их подстрелить всех, для меня просто загадка. Я начинаю ненавидеть фуникулёра. Или как это называется. Пули, пожалуйста. Тут кто? Сверху будет прыгать, чё? Эшли огребла. Так. Так, понятно. Пошел вон. Надо по ним просто попадать. Кстати, странно, что он... Хочу отметить, что он вот на этой зоне перерубил мне... он на этой зоне перерубил мне мою фуникулерную кабинку. И я вот здесь вот типа получил фатал дамаг. Блин, реально, а что это так вкусно пахнет? Слышите? Слышите? Чай? Так, Оля, у меня для тебя подзадание. Да ты дергай ее давай. Дергай. Оля, очень вкусный чай, хочу попробовать.
Да, марципаном пахнет пипец. Да, в смысле у меня нюх? Кто бы говорил? Оля пару дней назад услышала... Я, короче, неплотно закрыл на столе сок. И он немножко так... Просто если поднесешь к уху, так пш, делает. Оля такая, ты слышишь эту херню? Я такой, воу-воу-воу, что такое? Прибегаю на кухню. Типа, что за фигня? Что за дела? Ты слышишь? Я прислушиваюсь, нихера, просто земля ноль. Слышу где-то сверчок, где-то тр-тр, тр-тр. Она такая, вот, вот, подходит к столу и дает мне бутылку. Я такой, что? Я ее в руках держу перед собой. Я не понимаю, что мне Оля хочет сказать. Просто трындец какой-то. На полном серьезе. Просто ад. Так, Эшли получила топором. Нормально, топор не так много. Не так страшно. Проверить. Кажется, это панель управления подоемником. Собирает подоение. Я теперь хочу такой чай. Вот что-то наделал. Он пахнет очень вкусно. Лучше ничего не трогать. Мне еще назад возвращаться. Та! Куда тебе назад-то? Сугубо... Сугубо в один конец дорога. Блин, напоминает Алана Уэйка просто обосраться. Так, нам куда? Ну, пока спускаемся. Вот аюбайн. Байнуслин. О, нифига, это что такое? А почему это тут так красиво лежит? Красиво лежишь. Welcome. Она случайно не беременна, а то усиленный слух там все дела. Нет, не беременна. Отлично, незнакомец, я вижу, вы собрали достаточно медальонов. Да отвали, слышь, что ты ко мне пристаешь-то вечно? Продать. Нет, купить. Нет, дипломат мне новый пока не дают. Каратель все предлагают, грейженный. Физический приклад, винтовка, приклад ТМП. Лекарство. Улучшить. Блин, может ружье улучшить все-таки? 20к. А, пущай, а была не была. Сойдет. Емкость обоймы мне вообще не парит. Нафиг надо. Продать ТМП полностью. Винтовка тоже вся уходит. Thank you. Так, ну мы сохранимся здесь и побежим, собственно. Можно тут, кстати, налево было уходить. А налево это куда нам? О, смотрите, здесь такое место. Ой, лол. Ой, лол. Пойдемте налево сначала. Там два сокровища. Два сокровища, Карл. Два. Вот даю. Байнус. Если зря ПП не используешь, хорошее оружие. Да ладно, у меня все с этим проходится. С Мавзером. А ПП, я патронов на него практически не нахожу. Оно бы у меня... В инвентаре место занимало. Аллах Акбар. Новый, да, какой-то? Ксюшин чай? Ксюша. Ксюша, где, почему раньше не приносила чай? Такого не помню. Такой нет, вот... На тебе. Ай, япона мать! Валим, 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 Эшли, валим! Wait. Так, ладно, нормально, мы как-то идут. Он, кстати, щит... Интересно, когда я его атакую, и вот его типа в сторону уносит. Это... О, проверить. Кровь еще свежая.
Ритуал проводили здесь. О, сундучело. О, желтый кошачий глаз в моем дипломате. У меня, кстати, тут уже ключи и сокровища. Что там у нас? Желтый кошачий глаз. Так, где сокровища? Объединить, наверное, с этим же, с этой штукой надо. А это надо объединить вот с этой. О, бутифуль. А-та-та-та-та. А здесь можно разъединить, вот отсюда забрать красивую штуку. Так, название чая заспойлери, пожалуйста. Как чай называется? Вишневый марципан. Дайте, пахнет просто обосраться. Да, просто офигеть. Прям как в баньке с мужиками сразу себя представляю. Так, а подожди, а у меня что-то еще одно сокровище должно быть. А, нет, другое сокровище. Другое сокровище не здесь. Увы и ах. Увы и ах. Ну, хорошо, зато мы здесь... Зато мы здесь увидели... штуку. Спрыгнуть. Поймать. Перепрыгнуть. Так, и здесь нам вниз. Ну хорошо. Так. Тут система лута от того, что у тебя в инвентаре. Купишь ПП и будут падать патрики с мобов. Ой, мне не надо пока. Ну да, я в принципе себе так и представляю, на самом деле, что типа куплю ПП, будет патрики с мобов, но мне тут на самом деле аимиться совсем тяжело, на самом. Поэтому уж лучше пусть будет пистолет. Во-первых, во-вторых, в пистолете есть всегда своя романтика. Скоро нам всем их разрешат носить, и мы устроим погром на улицах Санкт-Петербурга. А, ладно. Конечно, нет. Айносли. Так, опа. Смотрите, пистолет другой. Эшли, go hide. Yeah. Крюки. Много крюков висят с потолка. Сейчас на одном из них окажется мой анус. Блин, это чувак какой-то вообще упэшный. Блин, если у тебя такая силища, чтобы... XC. Ой, я уже квиктайм ивентом обфейлил. Все? Да, действительно, очень быстро. Ну ладно, я понял. Сейчас будет куча квиктайм ивентов, судя по всему. Нормально, нормально, ничего страшного. Бывает. Эшли, иди скрыться куда-нибудь. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Так, проверяем. Опа, успел. Бочку. О, утка намокает. Hasta luego. Что надо помнить про Резидент, что сколько бы ты ни убивал босса, он возвращается еще более всратым. Ох, сука. Я теперь понял.
Так, я... Вали, пожалуйста. Просто какое-то наивсратейшее говно. О, отлично, оторвалась половинка. Так, теперь он... Теперь он что делает? Не знаю, что, но надо... Как вон эта сволота. Давай наверх. Так. Дрёна мать. Так, давайте заранее выхилимся чем-нибудь. Хотя нет, давайте еще один. Ты что-то как-то вниз резко захотел. Вот что тут у нас? О, потрохи. Как бы намекают. Здесь даже не надо доджить. Ай-я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 й. Аста луэго. Аста пепега. Ух, ни хрена. Так. Надо валить, надо валить. Так, надо спровоцировать его, может быть? Может быть, спровоцировать? Ладно, ну давай, не надо провоцировать, давай так. Можно и спровоцировать, а можно и не надо. Где он? Опять наверху. Сойдет. О! Блып! Нормально. Ты чего УЗИшку не купил, каброн? Я не каброн. Потому что. Так, ну ладно. Жив цел орел. С Эшли это было бы вообще очень прекрасным заданием. О, желтуха. Желтая трава, ва-ва. Золотой песок. Так, где там твой лут? 100% он еще живой. Сокращение его. Фальшивый глаз в вашем дипломате. Расчленяю его, я тебе серьезно говорю, он бешеный. О, еще что-то есть. Слитки. 30 тысяч пепек. Так, а тут что у нас еще взять? Я даже не видел. У нас по карте. Хорошо. Можно просто в главный выход выходить. Сори, конечно, за тавтологию. Я не могу их разоединить. Ну тогда я не могу выйти в главный выход. Может, в окошко какое-нибудь могу пролезть? Я же, как говорится, шнырь еще тот.
Эшли, ты там где? Я здесь могу пройти как-то? Слишком наивно. Выпрыгнуть. Ой, вправду могу. Даже не это. Да все в порядке, Эшли. Я только что такую пипегу развалил, пока ты в кустах сидела. Классика жанра. Просто классика жанра. А что это такая за... А что это вообще за конструкция такая? Ребят, посмотрите, пожалуйста. Вот посмотрите на этот геоархитектурный гений. Посмотрите, пожалуйста. Это на полном серьезе крытый навес, который заколочен, сука, со всех сторон и открыт в стену. Посмотрите внимательно. Открыт в стену. Вот как бы... Идите нахер, вот почему. Навес для бревен, который открыт, да? Открыт в стену. Охереть. Навес... И люди такие в чатике, такой, чувак, какой навес для бревен, нормально. У меня такой же на даче был. Скажи, пожалуйста, у тебя он на даче тоже был так, что в него зайти нельзя? И бревна в него тоже положить нельзя? Ты, кстати, можешь Эшли желтую траву давать, чтобы у него плюс хп было. И прикладом сейчас дам, а не желтую траву, лол. Охренеть, желтую траву, чтобы у меня плюс хп было. А я, в смысле, я всю работу делаю, а в нее все подарочки? Ну, черт, а с два. Так, слышь, братан. Дай апгрейдить. Новая есть? Нет, ничего нет, улучшить. Ты меня бесишь просто уже, просто пипец. ТМПху продаем. И сельчак, что ли, сука? Ты, кстати, можешь желтую... Так, это мы уже видели. Бревна с навеса надо ломать его, а потом ставить новый. Все правильно, это... Супер хранение королей. Так, куда нам дальше надо? А, ну все, мы теперь можем... Собственно, дальше снова на фуникулёре кататься и проходить дальше. Ну, поехали, чё. На пипегокулёр. Ты же понимаешь, что скоро коллаж появится, и ты к нему, Патрике, продаешь? Нет, не понимаю. Откуда мне это знать? Ну, нифига себе. Ты умник такой. Во-первых, я буду с револьвером до конца жизни. Во-вторых, откуда мне знать, какое оружие будет в дальнейшем? И вообще спойлератор. И вообще на калаш... .762 идет. А там какой-то .45. Что это за патрики для калаша? Как калаш буду звать этого оружия? .45-миллиметровые, что это такое? Сканируем сетчатку. Так. О, привет. О, и тебе... И тебе привет. Видарам, отец уже как 4 раз. Спасибо большое, Видарама. О, quick time event. Старый добрый. Кажется, это хороший quick time event. Это же наш, это не quick time event. Это наш братузио. Нет, это не братузио, это был враг. Это был враг, который гасил своих. Я когда уже заметил, что это враг, и начал целиться, он меня уже задавил. Ну, как обычно, реакция шлангуста. Беременного пьяного шлангуста. Ну, почти. Так. Брат, брат, братишка, братюня. Да я что-то как подумал сначала, блин, братан, образумился.
Так он не останавливается. По колесам отстрелять, лол. Чтобы его занесло. Сок. Вот ведь неприятный. Вот ведь неприятный пес. Хорошо, хорошо игра построена. Помнит тебя. Ребят, стратегия с колесами не сработала. Мне кажется, я на пороге нерешаемой головоломки. Математически нерешаемой, как обычно. Может взорвать машину, типа двигло выбить из строя. Если я по нему буду стрелять, оно остановится. Это же старый пас. Серьезно? Is this some kind of joke, блин? Ух, нихера! Валим, валим, тазы валят! Пикадильо! Это что за херня? Пошли вон! Ты тоже пошла вон! Пошли вон! Так, подоходим, подпускаем поближе. Поэтому, на тебе! Ты вообще водок! Ага, умник драный. Мне вот экономика в этой игре, конечно, нравится куда больше, чем во второй. Хотя во второй был прям какой-то невероятный шарм с этой экономикой, где тебе ничего не выпадает. Просто нет ни оружия, ни хрена. Хотя здесь уровень сложности средний. Ну как средний, максимальный из того, что мне дали. Ты отсюда иди. Бирюза в вашем дипломате. Отлично. Что я могу с ней делать? Ничего. Пожалей, я умираю от смеха, сейчас задохнусь. Нит. Как надо мост как-то потопить. Okay. Хватит. Давай. На самом деле, проржавевшие, да все, они уже не смогли. Это девочка из второй части? Нет. Марио Луиджи, сече номе да порте кале, сеньоре. This is the problem with your country, signore. Americano. Stupido. Осада замка графа Шоколакулы. Я даже боюсь представить, кто такой Шоколакула. Я даже боюсь представить. Что? Что он сосет и откуда? Господи, Шоколакула. Так за такое можно в бан улететь, расизм же. Нет, конечно. Нет, конечно, нельзя, это русский твич. Так, давай-ка. А, пипега! Слитки. Так. Так. Так, Эшли, найди-ка душу. Фу, блин, душу. Змею и придуши ее.
Эшли, где змея? Эшли, где змея? О, сейв. Подожди. О. А что у нас по карте? У тебя тут будет, но у тебя будет новый. Ты же. Давай, братан, ты мне подари новый дипломат, пожалуйста. Товары обновили. Пожалуйста, пожалуйста. Да есть же! Да есть же! Изи. Раз. Карта сокровищ замок. Да. Шикарно. А, улучшить. Да есть же 20 тысяч за... Да, емкость обоймы. Сразу, да. Да. О, бабочка. 13 урон. Охурметь. Легкое ружье, винтовка. Бэктейл. Ой, нифига себе у него урон. Вау. Да это же лучше, чем Маузер, лол. А нахрена мне? А нахрена мне, простите? Сука. Так. Твою мать, Стекловский, твою мать. Просто твою мать, Стекловский. Твою мать. Так, баньте его, все. Вот же пушка, которая просто лучше. Блэктейл какой-то выглядит отлично, Блэктейл на самом деле. Бабочка, револьвер, ружье, легкое ружье. Легкое ружье. Легче прицеливаться, да? Ну, ну нафиг не нужен, винтовка. Винтовка полуавтомат, воу. ТМП. Гранатомет. Охренеть. Так, ну ладно. Ну пока что... Подожди, а что мы у тебя можем купить? Блэктейл уже можем купить, в принципе. Ой, я даже не знаю, ребят. Надо или не надо. Давайте, ладно, пока что без него побегаем, потому что я не очень понимаю. Вот бабочку хочется взять на самом деле. Классная штука. Выглядит отлично просто. Come back, edit. Так. Ладно, пока оставляем то, что есть. Ружо пока тоже... Тоже уже только третье. Тебе автомат нужен. Пока непонятно, как этот автомат... Понимаешь, проблема в том, что надо от чего-то отказаться. Ну вот, вот основная проблема... Основная проблема это в том, что от чего-то надо отказаться. От чего? Ну, хочешь, можно, ну, точнее, как бы, можно выкинуть... Блин, не хватает кнопки сортировка, прям пипец. Ёпарзата, какая неудобная всё, какое неудобное всё. То есть, как бы, ну, надо таскать два оружия, не больше. Не, меня устраивает набор оружия, который сейчас есть. Просто с большой буквы У устраивает. Помним, что у нас желтуха есть. Бабочка хороша, потому что она занимает просто меньше места, чем Маузер. Так, по карте нам сюда, все нормально? Да. Follow me. Так, 4 пушки можно спокойно таскать. Блин, если бы у меня была кобура, я бы... О, привет. Ах, вот ты где, собака.
Так, Эшли, аккуратно, не это, не подставляйся. Иди сюда. О. Взять. Взять предмет, да. Использовать Эшли. Вот, яйцом кабабры покормили Эшли. Сейчас я на дальних дистанциях попку надеру с твоим пекалем. Не, пекаль у меня не говно. То есть, как бы, он хуже, чем... Он хуже, чем будет апгрейженная... Бла... Вот этот вот... Чем апгрейженный, но не говно. Револьвер, наверное, вообще не помешало бы взять. Ну, я думаю, что револьвер я найду. Тут реально замок этих чуваков. Аве магиструс. Аве региструс. Серьезно? Матао? Охренеть, что это за Афганистан вообще тут творится? Наводчики это красные? О, нет, тут есть. Отлично. Просто пожирнее, да? Те же самые бомжи, только пожирнее. Ну ладно. Тут что у нас? Проверить. Хм, кажется, она все еще работает. Где-то должен быть механизм, который ее поднимает. Бирюза. Так. Так, где-то должен быть механизм, который ее поднимает. Follow me. Хорошо. Wait. Wait. Ух, нифига. А, нехорошо. Как попало-то не знатно. Ладно, не супер страшно. Плюс максимальное ХП. Шикози. Кай Юли Шикози первый. Чёх-чёх. Так, не вижу даже, откуда вы стреляете. Вижу одного чувака. Где еще один? Это вот этот вот, да? Да, этого чувака. Ой! Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, ладно. Ой, Эшли упирают. Так, хорошо. Угу.
Твою бога душу державу, блин, матушку. Как это вообще произошло? Мне нравится то, что рядом с этими с этими штуками всегда тусит этот. Так, Эшли, давай-ка вот сюда. Неплохо они придумали, как. Так. Дарк, подчеркивание копотец уже как 32 раз. На 3 года ожидается что-то эпичное. Ты мне должен уже 12 треков. На 3 года? Почему на 3 года что-то эпичное? Подожди, 3 года, а еще только через 4 месяца у тебя. Во-вторых, что значит что-то эпичное? Еще чего? Хитрый хитрец. Эпичное. Что может быть более эпичное, чем знак иллюмината? Дружище. Спасибо большое, Даркаповать игру фетища. Пш! И, кстати, Видорама еще подписался. Пш! Спасибо большое. Даркапа. Дарк. Скайник. Все как полагается. И туда стреляешь. Да блинский. Она бесит меня. Вот здесь туси. Так. Пистолет у меня на самом деле хороший. Маталор. Подожди, а здесь подстрелить можем? Да, можем. Нет, не можем. Так, стоп. Иди сюда, собака. Тебе колено. Потих. Опрокинуть. Опа. Видали, как я делаю? Вот это я был крут, да? Так, пусть они сначала выстрелят, а потом я подойду. Развернусь. По бочке. И свалю сразу. Бирюза. Куча бабосов. Желтая трава. Желтая трава. Ва. Голубцы. Голубцы, майонез. Голубцы, майонез. Че, Эшли, нормально стало? Голубцы, майонез. Ох, какой прогиб. Нормально, да, мне тоже понравилось. Леонт в прекрасной физической форме. Может, что голубцы? Что майонез выдать молодым людям? Эта штука. Вот попал-то, а? Неприятный. Так, Эшли. Подружка. Подруженца. Эшли, иди-ка сюда. Кажется, что мне нужна твоя помощь. Давай, жми.
Ой, ты бутифуль. Ну вы поглядите, как красиво, как. Так, желтый плюс зеленый надо, кстати, скушать один. А еще один скрафтить. Смотрите, как здорово. Isn't this beautiful? Стрелять. Минус дверь. Спайс по вене. Дверь вся в пене. О, сундучелло. Вы посмотрите, что я нашел. Золотой браслет в вашем дипломате. Бутифуль. О, здоровченко. Welcome. Что, снова торгуешь наркотиками? Ох, ну, вообще, как бы пока проходится. What are you buying? Пока проходится, ребят, пока проходится. Пока можно играть и так. Да. Значит, смотрите, чем отличается перезарядка 23-237, то есть долгая, а у Блэктейла просто выше. Темп стрельбы 0.53, тут 0.47, тут темп стрельбы еще вдобавок выше. И емкость обойма в два раза лучше. Технически Маузер тот же самый Блэктейл, только по урону проигрывает по всему остальному. Ну, как бы... По идее, Блэктейл я могу даже и купить. Может быть, тогда мы купим себе просто гранаты. Есть мне как бы по сути так-то вообще реально есть место на еще один этот. Значит, патрон для винтовки можно продать, а вот бабочку непосредственно можно и купить. Бать или не надо револьвер? А давайте купим, чё жадничать. What are you buying? Бабочка, 38к. Урон 13. У меня будет еще более апгрейдженные варианты бабочки вообще? Просто стоит она обосраться. Я ее, наверное, как-нибудь сам найду. Не знаю, нет, не хочу. Стоит она обосраться, инвестировать в нее. Мне вообще, на самом деле, не нравится в этой игре ни в одну пушку инвестировать. Честно вам скажу. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Минус Ханиган. My luck. Патроны для ружа. О! Платиновый меч крепится к золотой пластине. Забрать предмет. Да, конечно. Платиновый меч в вашем дипломате. О, картины, может быть, еще поворуешь. Тоже нормально. Как бы, с одной стороны, денег жопой жую. С другой стороны, абсолютно их нету столько, чтобы... выкидывать их просто на какую-то пушку. И как бы хочется понимать, какую пушку ты будешь грейдить. Не хочется грейдить то, что ты по итогу использовать не будешь. Стартовый пистолет хорошо, маузер хорошо. Вот этот другой пистолет, он не станет сильно... Он не будет каким-то невероятным апгрейдом для меня, поэтому...
Поэтому мне как бы так-то и не нужен особо. Ой, подожди. А почему ты не умер? Тут что у нас? О, цепи у вас пошли. А вы где? Так, Эшли пытаются упереть. Так, Эшли, давай-ка сюда на угол, в угол, пожалуйста. Так. Ты стреляй только по ноге. Хорошо, что он Эшли не убрал по дороге. Ох, какая крокозябра. Ваншотнула Эшли. Окей. Платиновый меч дипломатия. Даже лучше, чтобы она сейчас со мной ходила. Ой, зажимают. Так. Интересно, как светошум на них будет работать? Так, ты можешь ко мне подойти, подруга? Чё по тебе? К сожалению, здесь даже скорость стрельбы не решает, потому что... Вот дос хедшотус. Скорость стрельбы, кстати, к сожалению, здесь вообще не решает, потому что есть определенного рода фреймы, в которые можно наносить урон, а есть фреймы, в которые нельзя наносить урон. Например, когда они получают анимацию и такие типа назад отваливаются, такие типа, а я получил урон, мне так больно. В это время можешь хоть усраться, стрелять ему в голову. Золотой меч. Золотой меч в вашем дипломате. Все равно ничего не нанесешь. Wait. Что очень грустно. Так, получается, что у нас платину в платину, это золото в золото. Скорее всего, их надо, наверное, как-то поменять местами. Я надеюсь, что на этом мы сойдемся. Ух
Пушки без грейдов покупать нет смысла, грейдить их нет смысла. В итоге, как бы, во всей экономике в игре, по-моему, нет смысла. Вы не можете покинуть Эшли. Да, она тут. Леон! Луис! I've got something for you guys. Что же это? Ты это потерял? I dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. Coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No, you stay here with Leon. He is better with the ladies, I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Ну, как бы... Ох, ни хрена. Так. Подожди, а куда он ее попер? Так, а что, давай-ка сюда. Эти чуваки какие-то бешеные. Я считаю, что это была бум-шоколака, ребята. И вам бум-шоколака. Идет. Хорошо. Он так побежал, я подумал, что он побежит какую-то тревогу поднимать. Он, сука, привел свой, к своим дружкам. Поганец. Ох! Ни хрена. Неплохо. Ох! Эшли, валим. Так, и как мы это проносим? Так, это что-то новенькое. Как вы к дробовику относитесь, ребят? Мне как бы очевидно, что вас... зажигательные вас не оставят равнодушными. Но если это рядовой моб, то как он будет умирать в пас впоследствии? Я думаю, у них там нету щитов на всех мобах потом. Ну а так, наверное, их как-то обходить надо. Ха. Explosions. Ле эксплозивлес. Ключ от ворот замка в вашем дипломате. Ох, нихера.
Так, Эшли. Выходим отсюда. Как сейчас ребята откроют дверь? Отошли, 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 отошли. Ты знаешь, ребят, все-таки давайте... даже не такую, дайте огонь. К сожалению, не пройду тут. Сойдет. Что, тут он где остался? Из умников? Нет, не остался, все хорошо. Так, что хотелось бы отметить? А хотелось бы отметить, что когда я... Надо, короче, знаете, что сделать? Надо взять вот это. Бакспаси. Вот так вот. И вот это вот так вот. И теперь вот так вот. Ну, почти. Собственно, суть вы на самом деле поняли. Фишка в том, чтобы когда я включал инвентарь, я мог бы быстро переключаться, а то у меня жопа вечно с этим. Ну и самое имбовое оружие — это стартовый пистолет, который порядочно прокачали. Это и отвратительно, потому что ты как бы всю игру играешь одним пистолетом. Это геймдизайнерски очень плохо. На самом деле азиатские, азиатские решения геймдизайнерские очень редко оставляют жевать лучшего. Так, ну пойдемте в главный проход, мы сейчас можем в него пойти. Бэкспейси перевернуть вертикально-горизонтально. Нет, бэкспейси просто взять, а то, что я могу переворачивать горизонтально-вертикально, это очень здорово. Бэкспейси. А как у нас? Page up, page down, наверное. О, вон, смотри. Можно кверх ногами. Но мне не надо, на самом деле, сейчас. Ха-ха-ха. Чтобы выносить мозг. Закрыто. Используем ключи нее. Пролезаем. Понятно, здесь еще один болезненный. Здесь есть сокровища, во-первых. Magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, we've got a feisty one. Вот эти чуваки выглядят очень стильно. I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl, because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. А, ну все, да, раз ты так сказал. We'll find a cure. Ну, раз ты так сказала. Раз так сказала, то тут все понятно, то да. Действительно. О, новые штуки для разбиваки. Вот это да. Я никогда не превращусь в зомби. Говорят, как правило, те, кто после этого в зомби превращается. Так. Сохранить. На самом деле так-то нормально.
Так, что это у нас тут? Там что-нибудь блестящее. Фиолетовый камень в вашем дипломате. О, май, это же... КЗФ. Исследовать. Посмотрите, какая красота. Оу. Полностью восстановленная маска с тремя камнями. Посмотрите, ребята. Ууу, шайн. Да. Я, по-моему, я надеюсь, это можно потом на себя будет напялить. Итак, что у нас тут? Какой-то чудо-барельеф. Красивое украшение, но ничего-то не хватает. Чего же не хватает? I must consider. Ну, я могу пока что сейчас только сюда, так что я и пойду сюда. Так. Проверить. Закрыто. Какая прочная дверь? Может, там тюрьма? Рассуждения царские, конечно, ничего не скажешь. Какая прочная дверь? Может, там тюрьма? А здесь что, ж не будет вкусняшки? Я же обычно эти штуки разбиваю, из них камушек вываливается. Так, что там у нас? Захватить Луиса Сера. Я получил подтверждение, что Сера находится в замке. Причина его возвращения мне пока не ясна. Мы должны улучшить момент и схватить его. Когда мы поймаем Сера, нужно будет отыскать американцев. Кажется, вместе с образцом этот испанец прихватил таблетки. Они нам не нужны. Мы должны вернуть образец. Чего бы это ни стоило. Я чувствую, что есть кто-то еще. Возможно, целая группа людей, которая пытается нам помешать. Если образец попадет в чужие руки, то мир, о котором мы мечтаем, никогда не будет существовать. Мы должны остановить Сера как можно скорее. Понятно. О, желтая трава просто в бочке. Ну разве это не beautiful? Так, Эшли, иди на разведочку, пожалуйста. Ключ от тюрьмы в вашем дипломате. Ключ просто на картине висел, очень удобно. Может быть, это тюрьма? О, нифига. Плюс бабосики. Вот это beautiful, да? Вот это beautiful. Ключ висел на пенисе. На пенисе? Серьезно? Я не обратил внимания. Мне кажется, не на пенисе. Мне кажется, ты меня обманываешь. Да даже если на пенисе. Так только лучше, конечно. Какая прочная дверь? Может, там тюрьма? Зашкварился и не заметил злую. Ну, зашкварился-то. А, потому что ключ с пениса забрал. Понятно. Wait. Так, ты стой здесь, подруга. Это, случаем, не наш друг? Эл Кенейро. Блин, ну давай продолжим дальше. Почему бы нам просто не поорать над словом пенис? Ну что такое смешное? Так что это за чувак? Блин, этот чувак какой-то подозрительный. Мне кажется, не знаю, не хочу его убивать. Это же может быть наш какой-то. Так, ну хорошо, это тюрьма какая-то. В нем клетка с одним чуваком. Там рычаг. Наверное, все-таки надо стрельнуть в него. Давай стрельнем в него. Вряд ли игра закончится. Вообще урона не получает. Просто
Follow me. Эшли, а подойди ко мне, может быть, ты что-то скажешь по поводу этого молодого человека? Ха! Да. Ох, сука. Так, ё-моё. Минус Эшли. Там её реально на пол... на... шипы насадил. Минус Эшли. Реально сейчас будет минус Эшли. Так, Эшли, давай-ка я выйду отсюда. Просто на нее смотрит. Ну что ж за подлец-то, а? О! Сзади! О, это забавно. Надо уворачиваться от его хрени. Нет. Так, эту штуку объединим с вот этой. И используем на себя, конечно. Охренеть. Подожди, стой. А почему здесь колокола висят? Очень удачно. Ага. Тебе. И он не выносит колокола. Да. Нормально, нормально, прикольно придумано. Мне понравилось использовать Эшли. Да хотя какая мне разница, пусть она будет ходить пробитая. Мне что так она ваншотная. Может она зарегенит яйцо и потом скормлю, когда найду кабану. Лул использовать Эшли. Нормально. Отличная мысль вообще. 15к богатый гачи мужик. Можно, кстати, зайти и похилиться. Ну, его можно было, конечно, чище убить, если бы я быстрее догадался, что... что вообще мне пытаются сказать. Мне показали два колока, мне показали закрытые глаза. А я просто, знаете, как бы, как с это, как с обезьянка, которая бьет в тарелке в Симпсонах. Такой, типа, как интересно, закрытые глаза. Понимаете, знаете, в чем основная суть? Основная суть заключается в том, что я уже столько различных непонятных разных игр играл, где слепые спокойно видят тебя. Да, где глухие спокойно слышат тебя. Что для меня это уже не имеет никакого значения. Я смотрю на его глаза, которые сшиты нитками, и мне даже в голову не приходится. Я видел таких мобов, которые бегают за глазами, зашитыми нитками за тобой и спокойно тебя овнят, как пососа последнего.
Это вообще, ну, обычнямба. У этих чуваков уже паразит более мощный. Но кардицепс тоже давит. Азиатский геймдизайн он такой, когда-то они были флагманами игропрома. Ага, когда-то. Да не, в смысле, они сейчас большие молодцы, чего ж тут лукавить. У меня лично к ним претензий нету. Он не просто дел... У них очень своеобразное, то есть как бы... Вот на мой взгляд... Ой, очень плохо получилось. Ох, нихера! Мансуй! Мансуй, не взрывайся! Я не понимаю, тут что будет? А где... Что произошло? Follow me. Wait. Что за фигня произошла? Отлично. Плохо получилось. А где Эшли? Прибежала? Кто здесь? Удобно. Как раз сейчас начали снова ходить в топы, но был период декаданса еще ищ. Ну, в смысле, в топы... Ну, скажем так, Resident Evil 2 ремастер, ну, фиг знает, а что ты имеешь в виду под топами? Секира-то? А, Секира просто офигенно нашумевшая игра, и как бы есть просто определенный стиль игры, вот этот вот. Определенный стиль игры, понимаешь? Проблема в том, чтобы они выходят в топы, чтобы, пытаясь свести свой Dark Souls, который сделал им имя, сделав его более годоваро-подобным, понимаешь? Это очень важно понимать. То есть, как бы, блин, пример хорошего геймдизайна, это все равно будет God of War. Пример хорошего геймдизайна, ух ты ж, господи. Это будет все равно... Ведьмак. В такого рода играх. Лол, The Skyrim, Two Worlds 2. Понимаешь, ну, как бы... другое. Им лучше работать с тем, что у них есть. Их свой собственный стиль на мой вкус продвигать. Wait. Мне кажется, я могу ошибаться спокойно. Follow me. Не попал поэтому. Так-то может быть со с концом для меня сейчас здесь. По-моему, я Эшли прибил. Нет, смотрите-ка. Пытается ее убить. О, прикольно, что он согрелся на нее. Еще щитовик. Ой, как же плохо. Что же с щитовиками делать? Ляжку энорм засадил. Ты че делаешь? Что меня здесь еще за это. Ага, вот он. О. Да по мне атаковали и попали по Эшли. Окей, нормально сейчас.
Да, в ляжку засадил. Мне, кстати, нравится концепт вот этих, типа, зомби не как по классике Резидента, а чуть более других. Конечно же, вылезла чупакабра, кузи вампир. Это куда? А вы магиструс. А вы региструс. Хорошо. Мне всегда очень сильно высаживало, что они идут и что-то прочитают. Да, в этом что-то есть. Ой-ой-ой, нехорошо. То есть чувак со щитом. Давайте открывай, ступим, Эшли. Тут вообще пипец, они дикие. Да, мне тоже нравится этот концепт. Так, красный, зеленый. Красный, зеленый. Желтого нету? Да, нету. Даже Эшли пора. Я вот не знаю, на самом деле, как с щитовиками драться, прям хоть убей. Они прут там. Не, ну у меня есть граната. Предпоследняя. Может быть, это мой шанс. Им вообще насрать. Охереть. Дай-ка я вот этим постреляю. Блин, ёпарс, это не получается. Ну это какой-то обосрамс. Ну боже, что-нибудь ударит. Ну, кстати, что-то я... Подождите, кажется, они... Нет, Эшли не выйдет. Бежим. Бежим. Сейчас, короче, Эшли, мне придется, к сожалению, тебя попользовать. Я только так вижу вариант. Вспоминает Disciple просто, что обосраться. Я забыл, что эти придурки ее уваншотнут, они будут. Они будут ее тащить на себе. Ладно, хорошо, сейчас сделаем. Так, здесь хорошо. Ай-яй. Не вовремя. Не вовремя, пипец. Так, Эшли. Охренеть. Эшли валим. Блин, они такие всратые. Неприятные, что пипец. Хорошо, что они на самом деле прощают пробегание между ними, но... Давайте, с этого угла я могу попасть. Отлично. Какие же вы неприятные. Так, Эшли, валим отсюда, здесь сумерки сгущаются.
Кашля не идет. Ой, нехорошо. Кэшли за мной. Нормально. Валим, 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 валим. Ладно. Да, это... Забавно, как это сделано. Они кажутся такими тупыми, но они... Все равно умудряются тебя проносить, это раз. А второе, создают они впечатление очень прекрасное, конечно. Это патрон для пистолета, теперь 15. Все причитание, оно... На, я не знаю, на трое так эдак. Там еще один со счетом. За мной шли. Причитание на трое, так это к пятом уже нормально, так не оставляет равнодушным. В некотором смысле момент истины. Хватай, унасиловал. Отлично. Подарочки будут. Этот еще момент с тем, что из них может выползти что-то, а может не выползти. Выносит мозги, будь здоров. Где здесь еще, чуваки? Где-то здесь еще одинокий бандит загулял. Леон Ван Дам прям какой-то. Это и есть такое. Хорошо. Тут есть еще что полутать. Так, а что у нас? Ну, здесь сюда можно пойти, там помещения какие-то странные. Здесь что? Здесь тоже кто-то должен быть явно. Граната. Это прекрасно. Вот здесь такое ощущение, что какой-то прям... Почему не заканчивается? А была уже миссия в... Нет, миссии еще не было. Против... Про того чувака, о котором ты говоришь. Ну или я просто не понял, что ты говоришь о нем. Но это вряд ли. У меня бы каналов не было еще. Для ружья. Wait. Что, типа нажать две кнопки? Так, тут сейчас будет
Перезаряжаемся заранее, я прям уже вижу. Я уже слышу. Все дерьмишко, что на меня сейчас попрет. Так, с тобой можно. Слышу, что там кто-то цепурой махал, значит это... Так проще. Патроны не жалко. Так, Эшли, вот сюда. Пищевое управление. Так, тут уже просто готовь гранату, я уже просто чувствую. О май fucking god. Так, нет, этот простой. Опа! Вот это я считывал. А я и не знал, что так можно. Опа, это было не круто. Но это забавно. Ай-яй-яй, нехорошо. Ай-яй-яй. Кто-то из вас уже идет? Со щитом, чувак, шел. По-моему, это минус вся комната, ребята. Да, это, походу, минус вся комната. Какая же это жесть. Повидло, повидло. Подожди, это же замечательно. Давай, на. Отлично. Так, тот чувак, он как бы дропнул щит, он его поднимет? Я понять не могу. Блин, ну неплохо, идея неплохая. Идея неплохая, забирать у них шилды посредством... Же гори, просто возьми ружье и просили щиты. Так там они же будут простреливаться полчаса. Чё-то нет, чё-то не полчаса, лов. Да, ладно. Надо было играть по-другому, ребят. Чё-то я, честно... Что-то оказалось совсем совсем просто. Сори, что я так долго до этого допирал. На деле это реально тут как-то просто. Так, эту локу. Хорошо, не надо сюда подходить так близко. А то это может закончиться минус Эшли. Так.
Он парня просто ударной волной унесло, лул. Нормальная тема. Фух, финали. Так, ну сейчас в той комнате будет попроще. Я, наверное, сейчас сел, весь лут забирать не буду, сразу пойду по квесту. Сейчас в той комнате будет попроще, потому что я просто Эшли скажу стоять и приму этих чуваков в проходе. Так. Сойдет. Давящий музон. Wait. Саша, еще гранаты в вазах. А вроде как уже есть парочка. Давайте, чуваки, прийти уже сюда. Ну вот в это во время этой анимации, по-моему, бессмысленно их бить. Кстати, а что у меня по пулям? 30? Лол, вот это у меня аутейк. Пора их ножом месить, а то что-то тут пуль потрачен, это будь здоров. Да, пусть заходят по одному. Иногда дропается по 15. Приятно. Ой, нехорошо. Ты ж танцор диско. Чё-то они как будто за Эшли пошли. Ага. Слышу. Пипец, ты просто даже не знаешь, с какой стороны этот урод попрет. Подожди, а патронов сколько? А вот зато патронный дробовик нормально спаунится. Опа-це! Вот это да! Так, без... Вот это прикол. Пошел вон. Ага, руки свои засунь себе в задницу. Охренеть, подожди, а это что? Что за срань? Вот это они выносят мне мозг. Вы это видели? Добрый день, разрешите докопаться, не то слово. Мне это еще музыка просто угнетает все праведные и неправедные синапсы нервные.
Хорошо, потому что больно. Ой, лол, он встал. Опрокидыч не сработал. О, что? Куда? Прокидыча больше не будет? Нет, будет. Как же ты запарил? Ты когда-нибудь сдохнешь вообще? 15, пожалуйста, 10 только, к сожалению. Черт, это еще зачем? Есть только один способ это узнать. Кто это сделает? Леон, Эшли, выход. Это сделает Эшли, конечно. Сделает Эшли, потому что Леон будет защищать. Крутить ручку, когда жарко, должно быть не жестко. Я бы такой, ребята, чтобы на самом деле выйти из этой комнаты и сохраниться. Если у нас далеко сейф-то? По-моему, не очень. А он в паре этих. Да, давайте на всякий пожарный сохранимся. Сбегаем. Я прям чувствую, как тут жопно все. Так и не узнал, на что песты тратить нужно. Что значит, так и не узнал, на что песты тратить нужно? Так, слава богу, господи. Не песты, а песоты. Это же песоты. Тут у нас на саунде, на сейве саунд приятный. Да, есть такое. Да. А почему у вас тут... Кто это такие? Кто это такие, почему вы здесь? Приятно. Ладно, слава богу, я сохранился. Матерь богов, блин. Серьезно. Это маргиналы. Еще какие маргиналы? Кик через щит. Иди сюда, упырь, как же ты меня бесишь. Бах, через щит просто бошку снесло. По сути, на два удара ножом больше. Я не знаю, сколько наносит нож. Что? Пошел вон. Так, есть какой-то тут заблудший? Опять 25! Как же они кровь! Как задоджил ладошкой. Как же они кровь пьют! Поганцы!
сойдет. Так, хорошо. Проверить, кто это сделает, Эшли. Полагаю, что пока Эшли крутит. На тебе. Нормально. Да. Ой, и Патрике. Патроси. Здесь что, все нормально? Это люстра. Подозрительная. Да вижу. Я вижу. Я шел уже даже к нему. Причем их два, если ты обратишь внимание. Патроны для винтовки. Отсадить. Давай. Ползи, делай дело. Они так посмеются иногда, как дед из видоса. Watch out for me. Так, опа. Ядрёна бомбой. Твою мать. Так. Так. Они мозг выносят. Так, часть этого подкузмлена. Да иди сюда ты. А куда ее уносят? Где она? Давай-ка ко мне, Эшли. Ага. Даже хорошо, что они ее поднимают. Ой, я тут огребаю. Да иди сюда. Так, хорошо, где Эшли? Отлично, конечно. Конечно, тебя-то мне и не хватало, кретино. Кретино аномало. Какая же жопа. На тебе. Прут. Хорошо, что медленно, лол. Слушайте, ребят, честно говоря, я не знаю, как проходить это на консоли. Просто как это проходить на консоли, это просто какой-то для меня имхо ад. А, понятно, тебя просто подсадить. Не сюда.
Молодец, сражалась как тру-борцуха. Что у нас тут по на карте? Есть пропуски? Да вроде нету. Валим, просто валим, Эшли. Просто валим. Просто валим. Если меня вдруг похитят, ты будешь первый, кого я позову на помощь. Я тебе сугубо из из барона пистоля в ягодицу прогашу. Ой, там, смотрите, какая красота лежит. Фух, ребятуси, фух. Голова у меня уже кругом от резидента. Я думаю, на сегодня буду заканчивать. Я, конечно, начал немножко попозже, но... Башка болит, ребята, уже прям надо заканчивать. Ух, хорошо было, зато мы дошли до сейва. Ё-моё, просто ё-моё. В тир пойдешь играть у торгаша? Да, пойду, конечно. Там у него сейчас тир будет? Блин, самое интересное. Только... А когда-то были иконами, которые сделали кучу именитых серий, как Silent Hill, МГС, Castlevania и т.д., которые были одними из основных первопроходцев в поле сложных и продуманных сценариев, но просрали их все сразу и сейчас выпускают только футбольчик да какую-то мелкую срань. Очень грустно. Ребят, я бы с радостью, я хочу на сегодня закончить, потому что у меня башка побаливает, я хочу сам поиграть в тир, хочу сегодня задержаться, но понимаю, что сейчас правильнее будет выключить. Не обессудьте, мои хорошие. А завтра в 2 часа встретимся, обсудим игру и в Хардстончик поиграем. Мне очень понравилось, спасибо ЛВМычу. Даже не знаю, что мне больше нравится, Resident 2 HD-версия, вот это вот, ремейк, или вот эта штука. Но здесь управление, конечно, брутально хреновое. Но, в общем и целом, достаточно классная игра получилась. Они смогли неплохую атмосферу создать. Немножко, конечно, странновато, что они то Эшли то убивают, то тащат куда-то. Очень странно. То есть чуваки, например, с булавами все время убивают Эшли. Зачем, если им надо ее типа спасти, все дела. Ладно, ребятуси, пойду я отдыхать. Спасибо вам большое за то, что были сегодня со мной. На сегодня все. До завтра, до 2 часов. Спасибо ПЛВМу, в чатик не забывайте писать. Чмок в пузика, пека. Ну, у тебя имеются опыты 4-й константы состояния серии РЕ-2, РЕ-4 и РЕ-6. Переход от survival в экшен. А, ну да, так-то. Третий резидент... Не, подожди, третий резидент он какой? Я вот играл в первый, это получается на PS. Второй... Он же тоже как бы вид от третьего лица уже, считай. Так-то... Так-то камера... Камера в первом была под определенными углами. Ты типа заходил на локацию и смотрел на эту локацию сверху под определенным углом. Что было очень прикольно. Ну, позволяло типа опережать время с точки зрения графического дизайна. Но сейчас это уже вообще просто не надо. Ладыги, ребят, все. Пойду отдыхать. Пек-пек, ребят. Пек-пек.